Всем салют, я продолжаю играть в Thomas Was Alone, и погнали, не буду ничего там рассказывать. This was interesting. A floating target. This would require coordination, balance and timing. Ага. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. А тут стало интересно, тут каждый должен быть, ну, в разных местах. Ну тут я понял, как мне проходить. Я просто буду ездить на нем. Я ж так могу? Почему бы и нет? Так, этот должен упасть вниз. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. Вопрос, как мне теперь попасть туда? Ага. Есть вариант. Я мог, конечно, немножко убиться, но... Нет, нормально. Все, как только этот упадет, да, засчиталось. Чудочку я не дождался в прошлой серии, чтоб тоже на ровном счете на, получается, уровне 2.00 закончить. Ну да ладно, какая разница. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. Это кто такой большой? Rubbish at jumping, and she moved slowly. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. Whoa! А куда мне надо? The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Нет. Не, стоп. What? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. Hmm. It was at that moment that Claire realized she had superpowers. Я не тону. Я понял. Круто. Спасибо. А где Томас? You need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. If you saw a cape, that made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. Whoa, and тут тоже прикольно. Floating in water, which was her superpower. Правее, так поймаю, ничего нету. А, я правее не могу. Ну ладно. Мне нравится этот, ну, скажем так, жирный. Он интересный. Right. Fear not, my skinny friends, for ага. I am Claire, and I will save you. Ну, все довольно просто. Надо просто всех перевести. Как скучно. Ой. Ой. Вот. Он из воды нормально? Да, нормально выпрыгивает. Я думал, так с натяжкой будет. Нормально. Claire arrived just in time. It was, of course, the perfect moment. Ага, я понял. О, а вода там типа поднимается и поднимается, да? А-а-а. Теперь я понял. Вода постоянно будет подниматься. А я как-то не заметил этого сначала. Ну да ладно. As the water began to rise, Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Ну он тут проходит, все нормально. Как-то так. О, там слева надо успеть взять эту хрень. Хрень, давай. О, я не успел. И что? Ну ладно. Sole hero in a world of rectangles and conveniently placed pools of toxic water.
Я знаю, надо просто было Томасом спрыгнуть и быстренько самому побежать взять. Ну ладно, потом, может быть, как-нибудь возьму. Когда буду ачивки делать, там, или даже не знаю. Опять мы должны мучать жопу, да? А он запрыгнет? Да, запрыгнет. Я думал, он не перепрыгнет жирного. Claire wondered why the world made it so difficult. Так, пойду-ка я толстым, посмотрим, что там. Хотя там же, по идее, нет воды. Я думал, меня раздавит. Куда пропал Томас? Игра про Томаса. Ой, ты куда? Я нечаянно. Сори. Так, ты минус. Ты минус. Вот так вот. Show their true colors at the worst possible moment, hurting all she held dear. Chris was the most obvious choice. He seemed stroppy enough, and his jump was so pathetic that it conveniently avoided Claire's insecurities. Интересно. Chris. Diabolical Chris. The fiendish Christopher. Ага, я знаю. Я знаю, наверное, как это будет. Да. Там была какая-то кнопочка, и я когда на нее нажму, то вода немножко уйдет. Давай-то. Пока что никто не может пролезть. Вот. А теперь может. Ага. Окей. Так, давай тебя. Тебя. И длинного. Так, начинаем все сначала. Раз. Вас трис. Ой. Wait. Where had Chris gone? Was he off somewhere? Plotting Claire's downfall? If Claire was honest, and she had to be because she was a superhero. This was a troubling turn of events. Still, there were reasonably sized bodies of water to cross. О, я могу так его типа выпихнуть себя? А, нет. Ну, чуток не то, что я думал, хотел. А толстыми тоже надо. Пустим его первым. Вдруг там тоже вода. Нет. У нас как большая черепаха просто нас катает на шару. И все. Ага. Сначала надо Томаса. Без проблем. Thank you.
Whoa. Platforms over water, eh? Claire's newly heightened senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. Ну, допустим, тут я прошел. Значит, я пройду и длинным. Тут-то уже точно мне надо проплывать. Так, давай, длинный. They were doing really well. Claire hoped she could get them all across. John was fully aware that he could do this alone. Thomas hoped he'd never have to. Ага. Окей. В принципе, не важно. О, появились шипы. Это интересно. Стоп. Я сам? Я должен отсюда допрыгнуть, да? А, окей. Я думал, может быть, вода меня как-то подталкивает, нет? Ого. Ага, я понял. Claire avoided them. She decided they were most likely her kryptonite. Not the rubbish red kryptonite either, the proper radioactive green stuff. Просто как бы он длиннее, поэтому дольше может не падать с уступа. Но тут я понимаю все то же самое. And this time Thomas was here. Claire felt something had gone wrong. There was a disturbance in the force. Something had altered the matrix. The world was reacting to their progress. It was amassing its forces. It was plotting against them. Claire finally had a nemesis. А тут как-то я чуток не допрыгиваю, да, я так понимаю. Тут мне надо Томас. Окей. Эх, почему ты упал? Ну, нет! А почему он падает? Я не понимаю. Он типа там... скользкий, он же там не наклонный. Почему меня выталкивает с него? Странно как-то. Ну ладно. Рано или поздно я запрыгну. Вот. Запрыгнул. Так, жди Томаса. Блять. Да почему? Я же нажал прыжок. Опять. В третий раз. Что не так? Он не может двигаться и прыгать. Может, походу. То же самое теперь с длинным. А, нет. Что это такое? А, 3.0. Типа. То есть 30 уровней мы уже прошли. А если быть точным, то по идее 28.
Это кто? Лора? 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 Maybe they could just have a conversation, hang out. As long as he didn't find out what she could do, which would never happen so long as they stayed separate. Интересно, у нас появилась Лора Бревно, точнее Бревно, которое зовут Лора. Laura didn't have time to worry about the ominous pixel cloud. It had been following her for some time, and it had kept itself to itself until now. Я на Лоре могу типа высоко прыгать? As the square, who had shyly introduced himself as Chris, bounced atop Laura, she began to worry that he was just using her like all the others had. Она как батут. They bounced too, and then they disappeared when her back was turned. Это прикольно. Лора хоть и бревно, но она батут. Pixel cloud ever remains, looking a little bigger and a little less hungry with every disappearing friend. О, я видел, там был этот квадратик, который можно взять и дадут какую-то ачивку. Laura found herself less and less irritated by Chris. She started to miss him when he wasn't there. On another platform or something. Опа, как мы воспользовались Лорой. Ах, не допрыгнем мы туда. А, не допрыгнем. Так, а как бы мне вон туда к Лорке допрыгнуть, а? Ага, я понял как. Ну, для начала, конечно, мне надо подняться. She'd wonder what he was up to. Was he missing her? He wasn't saying very much. Несложно. Вау, прям две ачивки дала. Я не ожидал на такую щедрость. Так, теперь надо мне мелким допрыгнуть как-то. Он вообще допрыгнет? Я думаю, что нет, он не допрыгнет. Надо мне Лорка его сюда подсадить сначала. Потом он тут сам. Да. А теперь и ты. Угу. Но через это все мы можем просто ехать. Я буду у нее на горбе ехать. В чем проблема? She was perfect. Ой. He had to tell her so. At some point, he would definitely tell her. Probably best to wait for a moment the large ominous pixel cloud wasn't about though. Ага, так не получится. Yeah. Probably best to wait. Он на ней будет, ну, обязательно прыгать. Ой! Ой! Ну, ладно. Да, я знаю, меня тоже раздражают эти линии. Да почему ты постоянно умираешь там, где сохранялка? И зачем тут такой высокий потолок? Я мог предположить, что там где-то будет квадратик, за который дают ачивку, но походу нет. Да блять, я ж прыгал! А Лори нормально, она просто себе идет. И все. И не парится. Батут тут устроили. Давай подтолкнем вас, что ли? Was massively disappointed to run into the gang again. Ага, наоборот. He'd enjoyed the alone time with his new girlfriend. Что-то черное вокруг меня летает.
Ага, настало время. Так, стоп. Стоп. Окей. Попал. Was it too early to refer to Laura as his girlfriend? Only if I say it out loud, he told himself. He didn't want to scare her off. Ты понимаешь, что надо длинным идти. Походу. Или все тут должны идти. Ага. Да, я тут должен идти длинным, потому что затяжные прыжки и в конце кнопка. Окей. Ага, все, мы пришли, да? Так просто? Так быстро? Мне реально интересно, что это черное летает вокруг? Тут, я думаю, я закончу. Ну, а почему нет? Я говорил то, что по 20 минут где-то будет видео, и пусть так и будет. Окей, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и так далее. Все знаете, вы молодцы. Увидимся в следующей серии. И всем вам пока.